понедельник, 21 мая в 14:30 в интернете на сайте страна.ру состоится интернет-пресс-конференция полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Леонида Драчевского. Страна.ру в реальном времени будет осуществлять видеотрансляцию и публикацию ответов полпреда. Собственные вопросы Леониду Драчевскому вы можете отправить по адресу сайта www.strana.ru. В тот же день в 15:00 пресс-конференцию в интернете проведет председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь. Заранее направленные вопросы принимаются ежедневно по электронной почте. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до свидания. Материальная часть ваших гениальных идей. Все для наружной рекламы. Широкий ассортимент самоклеющихся пленок. Пластики ПВХ Коматекс. Оргстекло Дзержинское и Германское фирмы Барло. Акриловое стекло, поликарбонат, любые клеи. Световое оборудование для наружной рекламы. Впечатляющий выбор. Линия рекламы. Для вас все самое лучшее. Абакан. Чертыгашева 148, офис 322. Телефон 641-22. Вековые традиции качества. Трикотажное белье. Камацо. Внимание! Новости от системы Гарант. Законодательство Республики Хакасия на вашем компьютере. Только достоверная информация. Только из официальных источников. 407-61. Система Гарант. С нами вы сможете больше. Когда мы говорим о Франции, мы представляем себе Нотр-Дам-де-Пари и Эйфелеву башню. Когда мы говорим о Москве, то вспоминаем Кремль и Красную площадь. А когда речь заходит о по-настоящему надежном компьютерном и офисном оборудовании, мы всегда вспоминаем «Диалог Сибирь». «Диалог Сибирь» – традиционный поставщик оборудования класса «Brand Name». Серьезное оборудование для серьезных клиентов. Результат нашей работы – уверенность наших клиентов. Телефоны 5-43-28, 5-78-55. Работайте с полным правом. Агентство недвижимости «Центральное» с 91 года на рынке недвижимости. Купля-продажа, оценка, обмен, аукционы. Профессионально, грамотно, конфиденциально. Наши адреса в Абакане, Пушкина 99, телефон 6-84-40. В городе Черногорске, улица Космонавтов, 39, телефон 2-72-64. В городе Саяногорске, телефон 2-72-93. Торговый центр «Арбат» отличает высокий уровень обслуживания, низкие цены и возможность выбора. В «Арбате» есть все и для всех. Убедитесь в этом сами. Улица Чертыгашева, 148, торговый центр «Арбат». Вам нужно отправить или получить деньги за 15 минут, без открытия счета в банке, по странам СНГ. «Маниграмма» – это денежные переводы по всему миру. Просто, быстро, надежно. Обращайтесь в банки сибирского ОВК. Линия наружной рекламы. Программа «Нотабене» и компания «Инстроинвест» знакомит вас с прогнозом погоды на завтра, 18 мая. По сведениям гидрометцентра Хакасии по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 20-25 градусов выше 0. В Абакане небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24 градуса тепла. «Инстроинвест» является ведущей инвестиционной компанией в Хакасии и Красноярском крае, которая оказывает все виды услуг на крупнейших фондовых биржах. «Инстроинвест» имеет наибольшую надежность в регионе. «Инстроинвест», телефон 5-86-44, адрес сайта в интернете www.insim.ru.